13.3.1819.0.6.2.2018. Обновлено 13.39 19 июня 2018 года 18.512 Москва, 19 июнь, РИА Новости. В Якутске 23-25 июня состоится совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совете Федерации и Японо-Российского дискуссионного клуба Палаты советников парламента Японии, сообщили РИА Новости в аппарате СФ во вторник. «Очень серьезно готовимся к третьему совместному заседанию с японскими парламентариями», написал глава Международного комитета Софеда Константин Косачев Facebook. По его словам, японскую делегацию возглавят министр экономики, член Верхней палаты японского парламента Хиросига Сека. Японские коллеги привозят с собой на встречу более 60 молодых бизнесменов, добавил Косачев. Вот так и должна работать парламентская дипломатия, с опорой на региональные интересы и ориентиром на реальные результаты, уверен Косачев. Точка, решетка Константин Косачев, решетка Россия, решетка Япония, решетка Якутск.